Если отдых за границей в этом году прошел без вас, если до Черноморского побережья не позволил добраться завал на работе, не отчаивайтесь. Гостинично-развлекательный комплекс «Ив Сен-Лоран» предлагает достойный отдых в черте Волгодонска. Гостинично-развлекательный комплекс «Ив Сен-Лоран» набирает популярность не только у волгодонцев, но и у гостей города. Полноценный летний отдых по комфортным ценам привлекает разнообразием услуг и ежедневными развлечениями. Всего за 300 рублей в будни гостинично-развлекательный комплекс «Ив Сен-Лоран» предлагает широкий спектр развлечений и хорошего отдыха. А в выходные дни гостей комплекса ждет еще больше сюрпризов. Любите веселый, комфортный отдых? Тогда вам в Ив Сен-Лоран. Итак, обо всем поподробнее. Ив Сен-Лоран – островок комфортного и современного летнего отдыха. Его главная уникальность – расположение в черте города. А это значит, что волгодонцы без труда смогут добраться в Ив Сен-Лоран, даже в будни. Провести приятный вечер после работы, отметить день рождения с друзьями у бассейна или в беседке за шашлычком, а потом зажечь на пенной дискотеке можно в любой день. В Ив Сен-Лоран есть все для комфортного отдыха с семьей или веселой компанией, без хлопот и выезда за пределы города. В такую жаркую, как сейчас, погоду отдых без воды и представить страшно. Ив Сен-Лоран – это целых 8 открытых бассейнов. Здесь можно принять солнечные ванны на удобном лежаке у бассейна или поплавать в прохладной воде. А если вы отдыхаете с детьми, для них тоже есть бассейн, где вы можете безопасно поиграть с ними в водные игры. Для удобства гостей в гостинично-развлекательном комплексе есть разные бассейны по масштабам и глубине. Хотите быть белыми и пушистыми? Головокружительная пенная дискотека в огромном белом облаке. Это летняя фишка от Ив Сен-Лоран. Праздник миллионов маленьких пузырьков, которые шуршат и лопаются прямо на тебе, Ив Сен-Лоран проводит ежедневно. Пенная вечеринка – это невероятно яркое мероприятие, от которого все в восторге не только дети, но и взрослые. Пена не только позволяет побыть белым и пушистым, даже в самую лютую жару из пены можно устроить снегопад или даже поиграть в снежки. А еще можно сделать друг другу смешные шапки и бороды. Для взрослых любителей пенных вечеринок проходят горячие ночные аквапенные дискотеки. Зачем идти в баню, если за окном и так парилка? Это заблуждение тех, кто не пробовал париться в жару. Баня в гостинично-развлекательном комплексе «Ив Сен-Лоран» принимает гостей круглый год. На территории комплекса вы можете посетить настоящую баню с собственным бассейном, который выходит на улицу. Чтобы провести время в компании, на территории «Ив Сен-Лоран» можно снять беседку, оборудованную всем необходимым. В такую беседку можно легко уместить большую шумную компанию, а летний бар порадует каждого гостя прохладительными напитками на любой вкус. Для любителей активных игр в комплексе «Ив Сен-Лоран» есть лазертаг, где можно весело сразиться на лазерах. Лазертаг – это прекрасная альтернатива виртуальным стрелялкам. Поиграть в войнушку на лазерах гораздо веселее, чем с джойстиком, прячась в настоящее укрытие и вылавливая соперника из-под тишка. Лазертаг станет отдушиной для уставших от серых будней взрослых и отличным времяпровождением для детей. Для желающих отдохнуть с ночевкой на территории гостинично-развлекательного комплекса «Ив Сен-Лоран» есть комфортабельные номера по ценам, доступным каждой семье. Всего 1300 рублей за двухместный номер. Такая цена, пожалуй, по карману каждой семье. Для гостей на автомобилях предусмотрена удобная парковка. Гостинично-развлекательный комплекс «Ив Сен-Лоран» уже четвертый год дарит веселый, комфортный, доступный отдых волгодонцам и гостям города. Каждое воскресенье вас ждет кинотеатр под открытым небом, где вы можете насладиться просмотром любимых фильмов. Если вы еще здесь не были, это отличный повод устроить себе незабываемый отдых.